Привет, с вами будет обзор на все татры, которые у меня есть. Начнем с вот таких вот татр. То есть все Т4 татры мои, которые у меня есть. Это у нас татра Т4. Тут не написано, тут тоже. Короче, татра Т4. И вот это татра Т4 ДМС. Да. В общем, давайте начнем вот с этих двух татр. У меня есть еще такая же татра из Евпатории. Вот это у нас из Львова татра, это у нас из города Калининграда. Тут можно лицо встретить. В общем, история татры из Евпатории. Вот этих вот Т4. Мы сначала сделаем историю этих моделей, а потом уже их обозреем. Ну, погнали. 4 читается как Татра КТ-4. Черский двухсекционный сочлененный четырехосный односторонний трамвайный вагон с реостатно-контакторным или тиристорно-импульсной системой управления. Выпускался АО ЧКД «Прага» Смихов с 1973 по 1997 год. Всего построено 1798 состав вагонов с трамвая Татра КТ-4 различных модификаций, многие из которых в дальнейшем были модернизированы. Ну и давайте начнем с вот этого калининградского трамвая Татра КТ-4. В общем, у него сломанный пантограф, как мы видим. Его нужно будет починить. Можем, вон он уже взорвется. Так что мы его вот так вот и выкидываем. Внизу это у нас модель ЭМИН 197. Да. Уже помятая моделька, видавшая виды, с номером 11. Это еще... когда я давным-давно нумерацию вел. В общем, гармошка сгибается как в первую сторону, так и в вторую сторону. Я ее сделал максимально такой хардкорный, как мы видим. Смотрите, всякая такая мята где-то. То есть прям как настоящую постарался сделать. Но это уже Татра из Львова. У него ничего не написано. Гармошка уже вот такого вот типа, то есть она потолще стала и, ну, она первая, тварней начала сгибаться, ну, и она такая, в общем, гармошечка, да, получилась. Квадратные фары, можно так это назвать. Пантограф от трамвая LM68M, да, не паникую, то есть это не рандом. У него сначала был тут полупантограф, а это уже не родной. В общем, вот тут у нас 4 створки, тут у нас 2 створки, номер 5. В общем, вот. Ну, в общем, Татра, это, поправлюсь, Татра КТ-4, а не Татра Т-4. А вот это уже Татра Т-4. Ну, и мы сейчас начнем с его истории. Ну, поехали. Татра Т4 – трамвайный вагон, серийно выпускавшийся предприятием ЧКД «Вагон», представляет модификацию вагона Татра Т3 с узким кузовом. Вагон данного типа эксплуатировался в ГДР, Румынии, СССР и бывшей Югославии, известны под марками Т4D, Т3СУ, Т3Р и Т3СУ. Соответственно, оригинальная модификация вагона разработана в 1958 году и выпускалась как в оригинальном виде, так и в модернизированных вариантах Татра Т4. Ну а теперь мы уже займемся Татрой Т3. Ну, или Т3 GMC из Казахстана. В общем, вот так выглядит перед.
Вот так выглядит задняя секция. Вот этот пантограф, он уже видно, то, что не родной. Я недавно сцеплял эту Татру, она разорвалась. У нее один кран разорвался, и вот, как видим, подклеил, вот, подклеенный. Ну, а нижний кран тоже разорвался, так что потом будем чинить. В общем, если внизу посмотреть, то они прям полностью одинаковые, как спереди, так и сзади. Вот так выглядит перед. Вот так выглядит задняя часть. Вот такой вот был обзорчик. Не забывайте подписываться на мою ТГ Вася и Дима. Всем спасибо за просмотр. И надеюсь, вы с пользой провели время. Ну, поставьте лайкосик, если не жалко. Ну, а я буду заканчивать этот уже ролик. Всем спасибо за просмотр. С вами был Вася. Всем пока.